Добрый день, друзья. Меня зовут Чистов Александр. Я основатель юридической компании «Чистов и партнеры». Я предприниматель, и сегодня, 26 мая 2023 года, отмечается День российского предпринимателя. У каждого предпринимателя есть какие-то проблемы. Я проблемовед Кировской области. Если вам нужно решить эти проблемы, обращайтесь к нам, мы это сделаем. До встречи!